Приветствую вас на канале Hard Reset Info, и сегодня я вам покажу, как на устройстве Huawei P40 Lite 5G получить доступ к настройкам разработчика. Для этого в первую очередь открываем настройки, затем переходим в раздел «О телефоне», находим строку «Номер сборки» и тыкаем по ней пальцем несколько раз, пока не появится сообщение «Вы стали разработчиком». И затем, чтобы зайти в настройки разработчика, переходим в раздел «Системы обновления». И здесь у нас появился раздел для разработчиков. Тут находятся все наши многочисленные настройки разработчика. Можете опробовать их сами. Также вы можете выключить режим разработчика, нажав здесь, и он пропадет из настроек. И на этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. И пока.